что, товарищи, сегодня очередной день нашего пребывания в Питере. Дима играет в машинке, а мы ждем такси. Мы позавтракали уже. И куда мы едем? В номере что-то провозюкались. И у нас в планах большие планы. Большие планы поехать кататься на лодочке. Еще мы сегодня в замок с Дианой идем. Дима, Михайловский, Диана там привидений собралась искать. Да. Мы ждем такси. На экскурсии вот говорили, что там возможно. Голова закружилась, Дима! У меня даже голова закружилась. Диан, что там на экскурсии говорили, ты слушала? Нам на экскурсии говорили, что в Михайловском замке водится привидение какое-то. Что, поедем на экскурсию опять? Потом на катере погоняем. Один раз надо медленно прокатиться, а потом уже покатимся на катере. Ну все, покатались мы на кораблике на туристическом. Как тебе, Диан? Мне понравилось. Дима говорит, что он хочет исключительно на катере. Нет. Давай сейчас покушаем, Диана покушает. И мы сразу пойдем. Пенсионерские, говорит, ваши вот эти вот катания, Дима говорит, совершенно никому не нужны. Нет. Смотри, Дима. Нужен скоростной катер. Нужен катер. Я тоже хочу на ручки. Дима решил вопрос. Залез к папе на ручки. А можно мне тоже на ручки? Тебя могу взять я. Да, давай. Потащить тебя? Потащить. А сейчас мама Диану потащит. А папа меня тащит. А мама Диану потащит сейчас. А меня папа. Будет классный паровозик. Так и живем. Ребята, смотрите, какая маленькая клетка. Кто там живет? Я даже туда не помещаюсь. Кто там? Что за гномик там живет? А да? Я помещаюсь сюда. А Дима помещается. Откройте ему дверь. Встань сюда. Это Димина маленькая квартирка. Ой, там баней пахнет. Баней пахнет? Ну, может, там баня. Пошли, зайка, дальше. Детская баня. Детская баня? Ой, скрипит машина. Пойдем. Пошли, Дим, догоняй. А там прямо кошка. Что там? Кто это? Кто там? Мы нашли наконец-то яхту, которая нам нужна. Я так в Монако. Монако. Дальше мне солнце. Монако. Мама, вставишь песенку. Когда у нас есть Питер, нам больше ничего не нужно. Так, ладно, идем. Пойдем, нам в ту сторону. Ты видел когда-нибудь в стиле Гэтсби такой Ой, лифт? Это как в Круэлле. Это как в Гэтсби. Как в Круэлле. Смотри, Диан, какая красота. Я такого в жизни не видела. Давайте мы с физкультурой займемся. Пошли. Ну, ты можешь физкультурой заниматься, а мы пойдем. Нам какой? Не знаю. Последний. Шестой.
А можно отжать? А можно отжать. Эй, поехали. Можно отжать. Смотрите. Бара-бара-бара-бум-бара-бум. Сегодня я вечером поеду сюда гулять. Мы телепортировались. Вода грязная. С 1900-х, что ли, тут она? Ага, смотри, зеленая какая, да? Да. Идем с Дианой на экскурсию. Сегодня мы идем вдвоем. Где когда-то, возможно, ходил какой-нибудь великий царь. Ну, нам сюда? Да. Точно? Да. Мы... Все туда идут. Дима пошел спать. Он сошел с дистанции, захотел спать. И они с папой поехали. Он сам сказал. В гостиницу, да. А мы с Дианой решили пойти на экскурсию. Надеюсь, они не съедят и не выпьют все мои припасы. Мы идем в замок Михайловский. Да. Пойдем. Там опять свадьба. Опять свадьба. Ёшкин кот, что с ним делать, да? Вот, пойдем сюда. Видишь, вход специально для нас написан. Пойдем. Молодец. Ать-ать-ать. После плотного обеда нужно размяться. Еще туда-сюда, там чайку попьем, двери закрываем, которые они закрываются, и в 11, и в 12 уходим отсюда. Но ей-богу, вот ни разу не видела я никакого привидения, но по определению его и не должно здесь быть. Павел был отпет и похоронен. То есть привидение не должно здесь быть. Вот если бы его убили, замуровали в камине, тогда было бы привидение. Помните, старшее поколение, призрак замка Моррисвиль. О, замечательный фильм, я его периодически смотрю. Диана, ты поняла, что это вот зал, где столовая была? Да. То есть они здесь кушали. Тут стояли столы, вот там рассказали. А те предыдущие залы, там балы проходили. Там танцевали. Отдыхали. Принимали гостей. Смотри, а это молодой Алексей Николаевич. Портрет наследника. А вот смотри, миленький. Мы из спальни перешли в следующую комнату. Надо послушать, сейчас будет экскурсовод вот рассказывать, что это. Может, гостиная. Гостиная, там вот камин. И столовую посмотрели, и спальню посмотрели. А спальня детей где? Ну, тут еще много чего закрыто, видишь? Еще на реконструкции. Еще регламент был очень жесткий. Вы должны были четко все соблюдать. Во что вы должны быть одеты? Какие должны быть драгоценности? Допустим, до 6 вечера драгоценности почти не носили. Одну какую-нибудь можно было тоже, а не там, все на себя, что есть. Но, допустим, цветные камни можно было только, когда это маскарад, или, допустим, вот еще какие-то праздники определенные. А, скажем, в театр цветные камни – это был дурной тон. Да, так что, в общем, все это надо было соблюдать, а то весь Петербург будет веселиться. Все, мы вышли из Михайловского замка. Как тебе экскурсия? Там очень прикольно, там вообще красиво, но это нужно иметь терпение и удобные ботинки. Ни того, ни другого у нас нет. Нет. Ну, я не все я послушала. В конце мы уже ушли, но я старалась экскурсию слушать. И, в принципе, было очень интересно. Я вот тоже поначалу слушала, очень интересно было. Да, и экскурсовод так интересно рассказывает. В общем, мы впечатлились, но все восстановлено. Практически. Все восстановлено, потому что здесь размещались в советское время различные организации. Да. До этого здесь была военная типа академия. И она вот тут курсанты где-то тренировались. В некоторых комнатах осталось. Там они еще ведут реконструкцию далеко до завершения. Вот в тех комнатах, в которых они реконструкцию завершили. Мы и посмотрели, собственно.
Ой, мне так болят ноги. Я предлагаю маме сейчас зайти куда-нибудь, попить чаю и обсудить наши дальнейшие действия, куда мы пойдем, или же вообще домой поедем, и дальше уже с папой куда-то ехать надо. Нет, уже ноги уже устали. Просто я думала куда-нибудь сходить в какое-нибудь места, которое обозначено у меня в обязательном списке прохождений. У Дианы свой список прохождения, да. Bubble tea, black and white room какая-то, да? Кстати, я забыла, точно. Еще что-то там. Спасибо, что напомнила. Ладно, пошли смотреть твой список, куда-нибудь сходим. Да. Аккуратно. Ну, в общем, смотрите, по какой красивой набережной мы идем. Там свадьба. Мы вышли из Михайловского замка. Вот он тут. Перешли прекрасный мостик. Лицезреем прекрасные яхты, на которых все хотим покататься. Да, прям смотри, прям свадьба, прям церемония у них там, да? Да. А сами направляемся с Дианой в кафе немножко отдохнуть. Угу. Что-то как-то поднабраться сил, а то мы подустали. Подустали немножечко, надо посидеть, попить чайку, прийти в себя и решить, что же нам делать дальше, да, Зань? Да. А то совсем что-то настроение у нас упало в ноль. От полученных исторических знаний, да? Ага. Мы вчера здесь проезжали, Диана, на автобусе, на экскурсионном, помнишь? Нет. Вот возле храма стояли, собора. Точно. Нашли мы кафе, которое искали. Папа с Димой там приехали. Поспали. Димочка, ты поспал, скажи? Нет, не спал. Папа, он не спал. Что вы делали? Селились. Дезинформация какая-то прошла. Диана, лимонадик попивает. Лимонный лимонад с лимонным сорбетом кушает. У тебя, который уже там, лимонная, это уже вода. Это лимонный сок. Смотри, какие. Зелененькие, уже поспевшие. И цветочки даже еще не помню. И лимончики. Смотри, ты видел когда-нибудь, как лимон растет? Нет. Я не нашел второй маленький. Сейчас подождите, поменьше тебе дадим. Это неправильно. Не твой, Диана, размерчик. Ну что, Дмитрий, размер хотел не тот. На катере покататься. Ну все. Получите. Получи. Катер. Получите, распишитесь, да? 4. Можно лодку самому? Или яхту парусную? А, я подумаю об этом. Придется переезжать. Я не хочу. Не хочешь? Нет. Почему можешь? Потому что мне тут не нравится. Да? Зато летом на своей яхте. Вышел в море. На своей яхте. Да. Кто там будет туить? Где мы купим яхту? Дядя будет туить. Да. Видела? Да. Я тоже увидела. Ты тоже увидела сегодня? Монетки поставил. Да? Надо было в принципе бросить. А что это, удачи? Монетка останется на пьедестале, значит, было это желание. А-а-а, ничего себе, надо попробовать. Да. Красиво, да. Сегодня на таком не катаюсь. На таком теперь? На Поповой. Теперь когда... на том надо прокатиться, да? На Поповой. Когда мы поснем и покатаемся на эти. После можно покататься на эти. Каждый не покатается и не успокоится.